Всем привет, дорогие друзья! Мне кажется, все, наверное, слышали этот сниппет Тейпа и Арни Медляк. Кто не слышал, ну как бы посмотрите, в интернете этого уже много, но я думаю, вряд ли остались те, кто его не слышал, не смотрел. В общем, короче, я мог его выложить еще и вчера, но вчера я, короче, пока делал его, я уснул. Вот. Вот так вот. Если что, строго палками не бейте за сведения, потому что, ну я не знаю, я что-то, у меня не получается, у меня еще правый наушник, короче, что-то проблемы, поэтому если будет какая-то проблема по балансу, то как бы я не виноват. Сейчас еще полгода открываться будет стопудово. Ага. И зависло. Кайф. Интересно. Короче, это стандартная гитарка из вкладки Guitars. Jazz Guitar Pick B. Вот. Так вот она выглядит, мелодия эта сама, ё-моё. Кстати, если посторонние шумы будут, то это как бы у меня компьютер, вентилятор и типа все дела, ну, а я думаю, понятно. Потому что у меня микрофон вообще от наушников, тупо, знаешь, такие наушники просто, эти как затычки. Поэтому шаловдава там никакого нет. Бас. Получается, есть, кстати, еще второй паттерн баса, который играется в, ну, вот это вот. Да что ты? Не, может, конечно, оно все в одном паттерне, типа, вот это один паттерн, он везде, типа, такие пробежки делает, но просто, я не знаю, лично, мне так просто захотелось. Так, что дальше? Snare. И вроде как все, а нет, еще дипхаусовский бас. Ну вот это вот лично я уже от себя добавил, просто так по приколу. Получается, есть, кстати, прямой кик, я забыл про него. Я знаю то, что вот как раз в этом месте играется немного не дипхаусовский бас, там EDM-овский, плюс еще типа тин-тюн, вот такой вот играется, типа. Вот, ну типа это такое. Ай, что у нас тут идет? Получается такая вот штука. Такое же, точно такой же выстрел я вообще не смог найти. Я знаю, что он у меня где-то есть, но я его не нашел. Такая вот перкуссия, причем она играется всего два раза. Вообще, вместо стомпов я бы мог как раз ее юзать. Просто я не знаю, стомпы, как по мне, более мощно это выглядит. Получается, что, ну, вроде как все, короче. А, не-не-не. Вот сейчас на мастере у нас Soft Clipper. На голосе Sound Goodizer вот такой. Stereo Shaper. Equalizer, который врубается потом. Вот это стерео сепарация немного. Мелодия. Вот такая вот эквалайзера 2. Реверб я нормально не смог подобрать, но хоть какой-то. Получается, на четвертом канале у нас как раз-таки выстрел тот же самый. Реверб такой, по-моему, дефолтный. Получается, кик у нас довольно высоко поднятый. У баса вот такой вот сайдчейн. Такие вот такие настройки эквалайзера, чтобы не пердел.
Получается, клэп чуть-чуть приподнят, вот такой реверб. А если надо будет остановить ее. Ну хотя, как бы при достижении 15 лайков проект в группе, как бы будет. Могу даже вот специально, лично эксклюзивно для этого видоса его в комменты закинуть. Получается, контрастный ничего, хай-хет ничего, только он прибавленный. И дипхаусовский бас довольно хорошо прибавленный. И сайдчейн. Так, ну, короче, отрубаю голос.